Ждать автобус номер 3, по словам жителей поселка Мичурино, приходится порой целый час. Это доставляет людям большие неудобства. Они зачастую опаздывают на работу. Тройка стала следовать из поселка Мичурино в поселок Меловые Горки 2 года назад, после того, как упразднили 36-й маршрут. Сегодня вот целый час жду, вот только приехала. Автобус вообще нету, тройка вообще не ходит. Разрыв большой. Хорошо, хоть дети сейчас, морозов нету. Хоть дети не стоят на стойке, не замерзают. Протяженность стройки сегодня составляет 66 километров. Обслуживает маршрут автобусный парк номер 1. В отделе пассажирского транспорта заявляют, что согласно договору ежедневно на линию должно выходить 22 автобуса. Но на деле условия не исполняются. Согласно договору, значит, должно работать на маршруте 22 единицы техники. Но на сегодняшний день, значит, перевозчикам эти условия не соблюдаются. Значит, фактически выходит от 10 до 6. По данному факту нашим отделам, значит, уже неоднократно направлялись письма, значит, перевозчику, и за нарушение, значит, именно несоблюдение интервала, нарушение от графика, значит, по жалобам жителей, мы направляли письма в инспекцию транспортного контроля. За данное нарушение именно руководство данного предприятия было привлечено к административной ответственности. Получается, что штрафы мало воздействуют на перевозчиков. Последние, в свою очередь, сетуют на нехватку водителей, большую протяженность маршрута и состояние дорог. Кроме того, возникают проблемы с субсидированием. Вся проблема в чем? В том, что именно данный этот маршрут обслуживает частниками, то есть не автобусами самого перевозчика. Соответственно, отсюда и нарекания населения, отсюда и слабый выход в выходные дни. То есть отсутствие автобусов у самого перевозчика, надлежащее количество автобусов, в связи с чем он привлекает лиц для обслуживания данного маршрута. В отделе пассажирского транспорта заявляют, что оптимизация маршрута возможна лишь после открытия путепровода в районе нефтебазы. А пока от пассажиров готовы принять претензии в диспетчерской службе по номеру 500402 и по номеру 109. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42.